Приветствую всех поклонников спорта номер один. Мы с вами переносимся в Астрахань, где в рамках 11-го тура Мелбет первой лиги состоится южное дерби. И звучит свисток. Игорь Низовцев, поехали. Качмазов. Навеска 10 метров отметки. Отбиваются астраханцы. Подбор за Хасоновых. Это хороший удар. И вот это было уже опасно и красиво. Есть пространство у Валерия Царукяна. Входит на штрафную. Нужно что-то решать. Удар по воротам. Солдатенко. Царукян на подборе. Но здесь уже Локсионов. Удар по воротам и над перекладиной. Ну что ж, первая пристрелка капитана Волгаря прошла. Сейчас Стефанович пытается обмануть оборону соперника. Вперед на Талалай. Денис Талалай. Удар по воротам. И рядом со штангой мяч пролетает. И здесь уже, мне кажется, даже Ростислав Солдатенко был бессилен. Ищет Александр, кому бы этот мяч переадресовать. Царукян штрафной, но здесь не очень плотно. Удар из-за пределов, и Солдатенко. Мне кажется, не совсем ожидал Солдатенко такого поворота событий. Талалай, по-моему, пробивал. Касание прокидывал на ход. Партнер, а вот здесь нет положения вне игры. Есть выход 1-1. Делькин против Солдатенко. Делькин смещается вправо. Ворота пустые. Артем Делькин над перекладиной мяч отправляет. Футболист это прекрасно понимает. Подача в вратарскую. Удар по воротам. Удар. И выше ворот. Мяч пролетает. И будет еще один угловой. Судя по всему, Коротков снял мяч с головы. И Игорь Низовцев эти самые 0-0 и фиксирует.